Я приглашаю на сцену нашего гостя Юрия Фельштинского. Пожалуйста. С ним беседует мой старинный приятель, горжусь дружбой, журналист и писатель Максим Чернин. Я передаю бразды Максиму. Пожалуйста. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Действительно, большая честь представить вам Юрия Георгиевича сегодня вечером. Погромче. Да. Так, работает. Юрия Фельштинского работает. Большая честь вам представить сегодня, который к нам добрался, несмотря на непогоду. Юрия Фельштинского многие знают из вас, конечно, по его книгам, по работам, по публикациям в Фейсбуке, между прочим. Юрий – автор многих книг в прошлом о революции, если не ошибаюсь. Но, конечно, наибольшую мировую известность ему принесла книга, которую он написал в соавторстве с Александром Литвиненко покойным «КГБ взрывает Россию», «ФСБ взрывает Россию». Да. И с тех пор, я так понимаю, что творчество Юрия Георгиевича, оно, в общем, вышло на другой, как бы уже… Да, уровень. На другое направление, ну, да. И посвящено главным образом событиям совсем недавним и тому, что сейчас происходит в России. Последняя книга его о Третьей мировой войне. Вот ни больше, ни меньше. Мы ее не представляем сегодня, значит, эта книга не очень новая, она вышла и имеется уже. Но тем не менее, вот наша тема сегодняшней беседы ФСБ, корпорация ФСБ, Россия Путина сегодня. Вчера, сегодня и завтра. Такая тема. Спасибо. Добрый вечер. Простите за незначительное опоздание, хотя могло быть намного хуже. Я добирался сюда из Канады много часов везде. И везде с большими опозданиями. Я по образованию историк, как вы, наверное, знаете, и написал довольно большое количество книг по истории. В основном по истории русской революции, моя специальность как бы 17-й год и выше. Но в какой-то момент, а именно в 98-м году, я решил, что мне нужно попробовать перейти от истории к современности. И, собственно, с этой целью приехал в Москву. Еще не понимаю, сколько я там проведу времени, но оказалось, что я там провел 10 месяцев. С сентября 98 по 9 месяцев, с сентября 98 по июнь 99 года. И мне действительно удалось как бы переключиться на современность. Проблема оказалась в том, что книжки, которые я стал писать, они в каком-то плане опережали время. К ним читатель был несколько не готов. По крайней мере, западный читатель к ним точно не был готов. Российский, ну, кто-то был готов, кто-то не был. Первая вот из серии этих книг действительно стала очень известной. В основном она стала известной, конечно, будем откровенны, из-за того, что убили моего соавтора Александра Литвиненко, убили в Лондоне, достаточно как бы так нестандартным способом. Но, знаете, вот обычно, ну, опять же, как историк, да, я писал книжки, ставил точку, книжка издавалась, и, собственно, на этом заканчивался сюжет. Вот с книжкой «ФСБ взрывает Россию» произошла такая история очень интересная. Она была написана, она была издана в Москве спецвыпуском в «Новой газете», большим довольно тиражом, там 100-120 тысяч. Причем этот спецвыпуск, он, собственно, включил там где-то 70% объема книги, да, то есть самые интересные, конечно же, главы. Так что, в общем, она была издана. И вот, собственно, только после этого и начались, собственно, все приключения, да, связанные с этой книгой. И, к сожалению, приключения не очень как бы, такие счастливые и веселые, потому что довольно много людей, связанных с этой книгой,
в результате в течение нескольких следующих лет ушли из жизни. И книжка, в общем-то, «ФСБ взрывает Россию», ну, так, обрисованная там картинка была довольно простая, да, там была высказана версия о том, что ФСБ взрывало дома в сентябре 99 года в России. И вопрос, который был как бы сложен, действительно сложен, и для меня, как для автора, зачем? Зачем это делалось? Ну, можно, конечно, предположить, что в ФСБ работают какие-то изверги, которые просто хотят взорвать дома, да? Но любому действию, в общем, должны быть какие-то рациональные объяснения. И я сам даже, в общем, написав эту книжку, не очень понимал откровенно, зачем ФСБ взрывал дома. Ну да, чтобы спровоцировать Вторую Чеченскую войну. Но вопрос тогда, зачем провоцировать Вторую Чеченскую войну? И только уже после того, как я стал работать с другим своим знакомым и соавтором Владимиром Прибыловским над книжкой «Корпорация», она называлась «Россия корпорация, Россия КГБ во времена президента Путина», я понял, собственно, что происходит очень такой сложный процесс, что идет очень сложная игра. И цель этой игры – захват власти России КГБ, бывшим КГБ, которое в этот момент уже называлось ФСБ, Федеральная служба безопасности. И надо сказать, что когда эта книга была опубликована, а она была опубликована все-таки довольно быстро после того, как она была написана, где-то в 2007 году, если я не ошибаюсь, она уже, в общем, была опубликована на нескольких языках. Как и в случае с книжкой «ФСБ взрывает Россию», где в 2001 году, в общем, никто как бы не поверил вот этому тезису, что ФСБ взрывало дома в сентябре 99 года. И как бы в целом, да, ну, то есть текст был опубликован, но в целом никто как бы вот так уж не поверил этому. И с корпорацией произошла примерно та же история. Ну, книжка была опубликована, но на самом деле никто не принял этого тезиса, а что ФСБ захватывает в России власть. Потому что на Путина тогда до сих пор смотрели как на ставленника олигархов. И, в общем-то, моя попытка объяснить всем, что речь идет об опасном процессе, и что власть в России захватывает ФСБ как структура, а не Путин как представитель олигархов, она, в общем-то, осталась глазом вопиющего в пустыне. Потому что встал все тот же вопрос. Зачем? Ну, зачем ФСБ захватывает власть в России? Надо сказать, что в книжке «Корпорации», при том, что это довольно подробная книга о современной России, я, кстати, думаю, что она из того, что было написано, может быть, вот такая самая, ну, как бы подробная, да, вот если человек хочет знать, что происходило в России в эти годы, то эта книжка очень полезна, там очень много фактов, очень много информации. И тем не менее, в этой книге отсутствовала глава внешней политики. Вот как бы темы внешней политики в этой книге не было. И хотя я как историк, особенно, знаете, помните, нас в Советском Союзе всегда так учили, те, кто изучал историю или гуманитарные науки, это помнят, что всегда должна была быть глава про внутреннюю политику государства и про внешнюю политику государства. Вот про внутреннюю политику было много всего, да, и про то, как свободу слова так постепенно, да, зажимали, и про то, как выборы постепенно узурпировали. Это все было. А вот про внешнюю политику нельзя было сказать ни одного слова, потому что, ну, не было этой внешней политики. Вот не было у России внешней политики, и ни в чем она совершенно не проявлялась. И вот в 2007 книжка была как бы уже опубликована, а в 2008 наконец-то начала проявляться российская внешняя политика. Эта внешняя политика, конечно, начала проявляться в тот момент, когда российские войска начали с Грузии войну из-за Абхазии и Южной Осетии. Тогда же стали как бы вырисовываться очень-очень-очень смутно
как бы название этой внешней политики, да, потому что вроде бы нужно было ответить на вопрос, что происходит. Ну, Абхазия, Южная Осетия, да, это все происходило еще на фоне того, как мы помним, когда Путин считался достаточно прогрессивным, в общем-то, либеральным политическим деятелем, когда он сидел за общим столом со всеми европейскими лидерами, когда Буш говорил о том, что он смотрит в глаза Путину и видит в нем человека, которому можно верить. Да? Вот на этом, собственно, фоне состоялось как бы вторжение российских войск в Грузию и совершенно очевидная, однозначная, да, попытка как бы отторжения в сферу своего влияния двух вполне как бы весомых кусочков территории. А для Европы, надо сказать, это все было новостью. В общем-то, в Европе, прямо скажем, после 1945 года было не принято, когда одно из европейских государств вторгалось в другое. Да? Но, тем не менее, в 2008 году все на это посмотрели как на некий как бы, отдельный случай. И, в общем, до 2014 года, да, этот случай действительно казался отдельным. Пока вдруг в 2014 году Россия не вошла в Крым. Надо сказать, что когда это произошло, со всех абсолютно сторон, из Америки, из Европы, мы услышали одну единственную, в общем-то, фразу от всех, да, обращенную к Путину. Я имею в виду лидеров европейских государств, лидеров в Соединенных Штатах. Скажите нам, что это конец внешнеполитических амбиций России, и мы заживем по-старому. Вместо этого Путин выступил с известной своей речью крымской о том, что он приступает к исправлению ошибок геополитических, произошедших в результате распада Советского Союза в августе 1991 года. И вот, собственно, в этот момент, я думаю, уже как бы обрисовалась окончательно внешняя политика России. Она получила с тех пор много разных названий. «Русский мир», «Проект Новороссия», если иметь в виду конкретный случай Восточной Украины. И вот совсем недавно, если как бы посмотреть на выпущенный Соловьевым в главной роли с Путиным, потому что он там главный, собственно, да, участник этого фильма, фильм «Миропорядок», на самом деле в этом фильме уже говорится о создании нового мирового порядка. Вот, собственно, именно с 2014 года, да, я думаю, мне как автору стало наконец понятно, для чего ФСБ захватывала власть. То есть, конечно, и мы об этом слышим, все время слышим, конечно, люди захватывают власть еще и потому, особенно в России, что это всегда связано с деньгами. И, конечно, мы много слышали о том, что Путин коррупционер, что Путин вор, что все его окружение стало миллиардерами. Это, безусловно, так. Но мне почему-то кажется, что тот разворот, да, который произошел в российской внешней политике после 2014 года, вернее, с марта 2014 года, это все-таки уже было не про деньги, да? Это уже было про что-то совсем другое. Значит, у этого другого, наверное, еще нет четкого названия. Да? Можно говорить о попытке возрождения Советского Союза, можно говорить о создании или попытке воссоздания чего-то похожего на там, Российскую империю. Путин пытается этих как бы, названий избегать. Да? Более того, он несколько раз публично говорил, что все обвинения в том, что Россия пытается воссоздать Советский Союз, как бы неправильно и несправедливо. Но, тем не менее, вот эти вот слова, по крайней мере, «русский мир» и «новый миропорядок»,
Они, собственно, пришли к нам из Путина, да, из уст Путина, из Кремля. И, в общем-то, они достаточно хорошо объясняют задачи, которые стоят перед российским руководством. Значит, когда в марте 2014 года состоялась аннексия Крыма, и, безусловно, с точки зрения и военной, и политической, это была абсолютно как бы блестящая победа. Да? То есть захватить Крым без единого выстрела – это, безусловно, удача. Но вместе с этой удачей, как мне кажется, Путин как бы получил очень неправильный сигнал. Ну, конечно, этот сигнал был послан Украиной, украинцами. И сигнал, который он как бы услышал, это то, что Украина готова сдаться без боя. Я думаю, что если бы военное сопротивление началось бы уже в Крыму, большой вопрос, могло ли оно как бы состояться, потому что в этот момент у Украины не было правительства, да, потому что старое правительство либо как бы распалось, либо сбежало в формате там, Януковича и Азарова, а новое правительство создано еще не было. То есть мне трудно ответить на вопрос, можно ли было оказывать военное сопротивление в Крыму российским воинским частям, да, участвовавшим в захвате. Но, тем не менее, мне кажется, что если бы это как бы сопротивление было оказано, то, наверное, проект «Новороссия», начавшийся там в апреле, в мае 2014 года, мне кажется, не состоялся. Потому что, как мы увидели уже по результатам вот, как бы, военной кампании, начатой в Восточной Украине, именно из-за того, что украинцы стали воевать и стали умирать, проект России в Новороссии захлебнулся. То есть он, конечно же, захлебнулся прежде всего потому, что Путин был не готов к тому, что люди в большом количестве будут гибнуть в Восточной Украине. Не то, что Путин боялся убивать людей или терять людей. Это, безусловно, не так, и мы это знаем по Второй Чеченской войне, да, которая была инициирована исключительно самим Путиным, и в которой гибло довольно большое количество и чеченцев, и русских. Да. То есть я не думаю, что российское правительство было напугано там, кровью, которая проливалась в Восточной Украине. Но я думаю, что оно было немножко обескуражено тем, что информация о том, что Восточная Украина готова без боя как бы сдаться по крымскому варианту России и присоединиться к России, оказалась неверной. И вот этот вот проект «Новороссия», который там начался, да, в марте, в апреле 2014 года, на данный момент, как мы видим, сдулся. Значит, тем не менее, я, собственно, писал это и в марте 2014, после того, как российские войска вошли в Крым, и в общем-то, продолжал писать то же самое примерно с тех пор. Я считаю, что то, что мы видим сейчас, да, то, что мы сталкиваемся, то, с чем мы столкнулись сейчас, если иметь в виду, как бы такие активные или агрессивные, да, действия России, это только начало программы, а не ее конец. И я думаю, что сейчас уже примерно можно понять, в чем заключается эта программа. Да? То есть изначально те, кто относились к оптимистам, считали, что она как бы заключается, собственно, только в присоединении Крыма. После вторжения в Восточную Украину стало ясно, что это не так, и что в эту же программу, по крайней мере, входит еще и Восточная Украина. Но одновременно, если вы помните, на фоне военных действий, которые тогда велись в Восточной Украине, Россия начала вести достаточно активную и агрессивную политику в отношении других европейских государств в Европе. Это был период, когда буквально ежедневно российские военно-воздушные силы как бы либо, ну, чаще не нарушали, а скорее просто подлетали к границам воздушных, да, стран НАТО. Тем не менее, это стало уже буквально ежедневной практикой.
эти самолеты летали и вдоль границ с Прибалтикой, и вдоль границ с Польшей, и даже подлетали к Калифорнии и к Аляске, подлетали к воздушным границам Великобритании, подводные лодки как бы, либо находились, либо подплывали к воздушным, к морским границам Швеции и Финляндии. То есть на самом деле Россия в этот момент проводила достаточно активно такое как бы тестирование границы терпения западных правительств, чтобы понять уровень допустимой агрессии. И я думаю, что тем не менее вывод, который сделало тогда российское правительство, хотя все это проводилось на фоне, как вы помните, опросов, многочисленных опросов и в Германии, и в остальных европейских странах, и в Прибалтике, да, и в Польше, там типа готовы ли вы умереть за свою страну, да? Готовы ли НАТО сопротивляться российской агрессии, если российские войска войдут в Прибалтику. А такие же опросы, такого же типа опросы, но только как бы с другой стороны, да, проводились в России. Надо сказать, что единственная страна, где народ был готов по опросам умирать за свою страну, оказалась Россия. Все остальные, конечно же, говорили, что они не готовы умирать. Да? Ну, потому что какой нормальный человек скажет, что он готов умирать. Но, тем не менее, сигнал, который услышал Путин, я думаю, что в основном он его услышал скорее от военного руководства НАТО, чем от политического руководства европейских стран, что да, в случае вторжения России в одну из стран НАТО, НАТО начнет военные действия против России. И вот тогда достаточно неожиданно для всех нас, по крайней мере, для меня, в последний день сентября 2015 года, уже 2015 года, Россия начала как бы переброску войск в Сирию и как бы открыла Ближневосточный фронт. Ну, в двух словах, собственно, что такое российское участие в Сирии и что, как мне кажется, нам следует ожидать вообще от военных действий в Сирии в ближайшее время, причем именно в ближайшее время. Да? Сейчас я объясню, почему и что я считаю ближайшим временем. Ближайшим временем я считаю срок до января 2016 года. То есть срок, когда в Белом доме находится президент Обама. 2017 года, извините, да. То есть тот срок, когда заканчивается президентство Барака Обамы. Дело в том, что Путин достаточно правильно, ну даже не рассчитал, а как бы услышал, да, это тоже было понятно, что Обама все-таки пришел к власти как президент, да, в Соединенные Штаты не для того, чтобы начинать новые войны, а для того, чтобы закончить старые. Но мы видим, что это не удалось. Да? То есть на самом деле, при том, что у президента Обамы, безусловно, была идея закончить эти начатые войны, ни одна из них все-таки не закончилась. Да? Потому что события... Ну, приняли такой неприятный, неожиданный для него разворот. Но, по крайней мере, Обама, безусловно, не был готов к тому, чтобы открывать еще и новый фронт войны против России. И мы видим, что, например, из-за Украины, да, военные действия, ничего вообще похожего на военные действия не начались. Хотя Будапештский меморандум, который был подписан Украиной и великими державами после того, как Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии как бы неприкосновенности, можно было трактовать по-разному. Понятно, что Украина не является членом НАТО,
И понятно, что Будапештский меморандум в буквальном смысле не предусматривал, там не были прописаны пункты о том, что если Украина атакована одной из там, сторон, то какие-то другие государства должны встать на защиту Украины. Тем не менее, повторяю, трактовка Будапештского меморандума могла быть, в общем-то, разной. Это уже зависело от того, как ее хотели трактовать великие державы, там, в том числе Соединенные Штаты. Но, в общем, Путин правильно рассчитал, что из-за Украины никто воевать с Россией не будет. Противостояние Соединенным Штатам – это как бы глобальная задача Путина. Да, вот если смотреть, если считать Крым и Восточную Украину как бы частным случаем, да, и задать все тот же вопрос «зачем?», ну, понятно, что убивается сразу несколько зайцев. Да. С одной стороны, это да, попытка, тем не менее, возрождения, ну, неважно, если не Советского Союза, если мы не будем упоминать термин «Советский Союз», да, то, тем не менее, это попытка присоединения каких-то новых территорий, подпадающих под, или старых территорий, точнее, подпадающих под формулу «русский мир». Но на самом деле Путин таким образом все время пытается стать полноправным партнером на переговорах с Соединенными Штатами. И поскольку Россия не в состоянии конкурировать с Америкой, скажем так, нормальным экономическим способом, да, то в какой-то момент Путин решил, что стать партнером на переговорах, равноправным партнером, с которым Америка обязана считаться, он может через конфликты. Да, то есть через на первом этапе разжигание конфликта, а на втором этапе через урегулирование конфликта. И вот, собственно, то, что было вполне удачно, да, сделано в Восточной Украине, удачно для Путина, я имею в виду, через Минские соглашения в Восточной Украине, а вот сейчас как бы стало повторяться уже в немножко другом варианте в Сирии, да, потому что в Сирию Россия пришла по приглашению сирийского правительства, в отличие от всех остальных стран, которые участвуют в гражданской войне без приглашения сирийского правительства. И я думаю, что до января 2017 года, вот до того самого рокового срока, когда с точки зрения Кремля и Путина в Белый дом придет новый президент, который изменит свою политику в отношении России. И я думаю, что кто бы этим президентом не стал, ну, у меня там есть какие-то свои соображения, допустим, кто станет президентом, но независимо от того, да, кто будет этим президентом, политика в отношении России, как мне кажется, станет более жесткой. И Путин, наверное, это тоже понимает, по крайней мере, он этого, безусловно, обязан опасаться. В Сирии Путин решает сразу много задач. И надо сказать, что если российскую политику в Украине в целом я бы считал, нужно как бы считать провальной, да, то есть я считаю, что там было сделано очень много ошибок, да, и что, безусловно, это как бы провал, вот все то, что сделала, все то, чего добилась Россия в результате вторжения в Восточную Украину или в Украину, да, следует, конечно, считать серьезной внешнеполитической ошибкой российского руководства. А вот в Сирии, как мне кажется, плохих сценариев для Путина практически нет, потому что ну, страны Сирии на сегодняшний день, как мне кажется, уже не существует. А проблема, с которой столкнулась вся Европа с беженцами, она связана прежде всего с тем, что у Сирии нет границы. Поэтому, естественно, люди, когда идет гражданская война, и когда жить там тяжело и опасно, пытаются из этой страны бежать, это нас, в общем-то, удивлять не должно. Бежать они, конечно, пытаются в те страны, про которые они знают, что их приютят,
где развито социальное обеспечение, интернет сейчас у всех работает, все про все страны все знают, поэтому нет ничего удивительного, что они бегут в Западную Европу, в Германию и другие благополучные страны. Это нас удивлять не должно. Сирийская проблема, если как бы посмотреть на это не с точки зрения гуманитарной катастрофы, потому что, конечно, это гуманитарная катастрофа, Сирия большая страна, и сотни тысяч людей там гибнут. Да? Но если посмотреть на эту проблему как на политическую, то я думаю, что в результате вот этой вот гражданской войны в Сирии мы столкнемся с еще одной проблемой скоро, да, которая будет вызвана образованием курдистанского государства, независимого Курдистана. А курды – это последняя, в общем-то, последняя крупная национальность в мире, которая не имеет своей государственности. Курдов там где-то 40-50 миллионов человек. А курды населяют, собственно, территории трех стран – Сирии, Ирака и Турции. И, в общем-то, если речь шла только о Сирии и об Ираке, проблемы с образованием Курдистана не было бы никакой. Проблема, конечно же, в том, что курды живут в Турции, и на образование Курдистана, в том числе и включающего турецкие территории, Турция никогда не согласится. Вот, собственно, как мне кажется, ради этого Путин и вошел в Сирию. Да? Потому что в результате военных действий в Сирии, я думаю, Путин надеется расколоть НАТО. Турция является членом НАТО, Турция – последнее светское государство во всем арабском мире. Я думаю, что абсолютно всем понятно, что если Турция вынуждена будет отдать курдистанские территории, чего, наверное, не произойдет без большой войны, то Турция, как современное светское государство, перестанет существовать, и к власти в Турции придут силы, в общем-то, темные, да, скажем так, более темные, чем те, которые правят этой страной сегодня. Я думаю, что это ровно тот расчет, который есть у Путина, потому что с созданием Курдистана американцы окажутся в очень тяжелой ситуации, потому что, с одной стороны, они не смогут поддержать создание Курдистана из-за Турции, которая будет грозить в этом случае выходом из НАТО, а с другой стороны, они не смогут противостоять Турции, потому что Турция является членом НАТО. Да? А я думаю, что это ровно то, что планирует на следующем этапе сделать в Сирии Путин. Мы, собственно, посмотрим, так это или не так. И я думаю, что в течение вот этого 2016 года, наверное, тем не менее, закончится в Сирии режим Асада, да, со всеми последствиями, потому что Асад перестанет быть нужен, в этой ситуации Асад уже не будет нужен и Путину, да, и российскому руководству. К сожалению, я очень боюсь, как я уже сказал, я на все, что вот происходит, да, начиная там с 2014 года, всякий раз, когда мы сталкиваемся с очередным этапом российской агрессии, воинственности, подхожу как к начальному все равно периоду кампании, а не к последнему завершающему этапу там, российской внешнеполитической кампании. Я думаю, что на уровне лета этого года снова возрастет активность российских войск и в Восточной Украине, и, может быть, в целом в Европе. Последняя моя книжка, она не случайно называется таким, в общем, настораживающим, конечно, да, названием «Третья мировая». «Третья мировая. Битва за Украину». Дело в том, что вот когда я, опять же, первый раз написал в марте после оккупации Крыма статью под названием «Третья мировая», то, в общем, тоже все так очень
отчасти с иронией, да, может быть, к этому подошли, а считая, что это серьезное привлечение. Прошло практически уже 2 года, и надо сказать, что вот этот показательный фильм, документальный «Миропорядок» Соловьева с Путиным в главной роли, начинается с вопроса Соловьева, обращенного к Путину. Владимир Владимирович, как вы считаете, будет Третья мировая война? И, собственно, ответ на этот вопрос Путин дает в конце, и, ну, наверное, это вопрос, ответ можно по-разному читать. Я могу сказать, как я его читаю. Я его читаю, Путин сказал примерно следующее. Ну, нельзя же забывать, что у нас есть атомное оружие, и что если у нас не будет другого выхода, это атомное оружие будет использовано. Да? Так что, к сожалению, как бы, если судить по этому фильму, Путин нам дает понять, что не просто Третья мировая война возможна, а что она еще может оказаться и термоядерной, если России не дадут делать то, что Россия хочет. И это вот важный пункт. Сейчас я как бы его проговорю, и дальше, наверное, мы чуть-чуть вот уже сделаем паузу, и мы посмотрим, есть ли какие-то вопросы. Да? Аналогии очень такие прямые, да, с тем, что происходило перед Второй мировой войной. Ну да, это, понимаете, аналогии это вообще, как бы, с одной стороны, всегда очень интересны, и, естественно, как историк я всегда к ним обращаюсь, а с другой стороны, про аналогии всегда можно, как бы, сказать, что они не обязательно справедливы. Поэтому мы потом можем проговорить про аналогии. Но моя, как бы, проблема в том, с тем, что делает Россия, да, что, как мне кажется, большие войны начинаются не тогда, когда оппоненты понимают, что может начаться большая война. Да? И вот, как пример, мне кажется, можно привести кубинский кризис 1962 года. Потому что и Хрущеву, и Кеннеди в тот момент было понятно, что единственный вариант войны, который может быть, это термоядерная война. И именно по этой причине эта война не состоялась. А вот если мы посмотрим там на то, как начиналась Первая мировая война, как началась Вторая мировая война, все эти войны начинались как маленькие, и никому в голову не приходило, что через какое-то количество лет их люди будут называть мировыми. Да? Ну, я уверен, что, собственно, более так в целом все помнят, как назывались начинались эти войны, да, там убили эрцгерцога. Австро-Венгрия объявила мобилизацию, чтобы наказать Сербию. Россия объявила мобилизацию, чтобы надавить, как мы бы сказали, на Австро-Венгрию, чтобы Австро-Венгрия не входила в Сербию. Германия объявила мобилизации, чтобы таким образом заставить Россию отказаться от мобилизации. То есть, на самом деле, намерения в тот момент, да, Австро-Венгрии были достаточно, как бы, местного характера, они собирались воевать только с Сербией, а и Россия, и Германия в этот момент пытались таким образом через мобилизацию предотвратить военный конфликт. А в результате, как мы знаем, началась Первая мировая война, в результате которой рухнули, в общем-то, все существовавшие тогда в Европе континентальные империи. И Вторая мировая война, будем откровенны, начиналась не как большая война, да, то есть Гитлер постепенно откусывал кусочки за кусочком территории, как сейчас, вот, или так, как начиная с 2008 года, собственно, делал Путин. И даже когда он входил в Польшу 1 сентября, он, в общем-то, не считал, хотя он знал, что подписан договор между Францией, Англией и Польшей, но, тем не менее, Гитлер был уверен, что Англия с Францией не объявит из-за Польши войну Германии. Да? Так что
кто знает, как бы себя повел Гитлер, если бы он знал, что эта война будет объявлена. Но он считал, что война объявлена не будет, и, соответственно, вошел в Польшу. Кстати, Гитлер ни разу, за исключением вот случая с Россией, с Советским Союзом 22 июня, когда война была объявлена в формате ноты немецкого правительства, советскому правительству, Гитлер, собственно, войны не объявлял никогда. Да? Он просто входил в территорию, обычно под предлогом ущемления прав немцев в той стране, в которую он входит. Опять же, примерно так, как делал Путин, да, входя в Крым и в Восточную Украину под предлогом того, что там ущемляются права русских. И, собственно, когда вот весной, летом 2014 года шло такое нагнетание с Прибалтикой, если вы помните, тоже о правах русских, да, все время говорили, это на самом деле, естественно, Путин подготавливался к возможному вторжению, повторяю, прощупывал отношение НАТО к вопросу о защите Прибалтики, и тем не менее, когда понял, что НАТО будет защищать Прибалтику, пока что отступил. Иными словами, мое основное опасение, да, так, ну как исследователь проблемы, заключается в том, что именно потому, что Путин надеется, что вот этот его атомный блеф сработает, или атомный шантаж, вернее, да, сработает, и что Европа не решится начинать военные действия, потому что естественным образом будет опасаться того, что война может стать термоядерной, а Россия сможет кусочек за кусочком как бы отхватывать нужные территории в рамках, с одной стороны, вот, концепции русского мира, да, то есть некой такой абстрактной концепции о том, что все те территории, где проживают русские, да, в этнические в достаточном количестве, должны быть, как бы входить, да, в сферу влияния России. Либо уже в концепции нового миропорядка, что, безусловно, несколько шире, чем просто идея русского мира, потому что концепция нового миропорядка заключается, собственно, в том, что Россия, как великая держава, должна иметь право решать все свои внешнеполитические задачи так, как она считает нужным. И Америка, и Европа это право должны за Россию принять в обмен на, как бы, отказ России от использования ядерного оружия. Да? А вслух это как бы не говорится, но смысл вот этого ядерного шантажа, конечно же, именно такой. И как бы ядерный шантаж, да, или ядерный блеф, можно по-разному смотреть, на самом деле используется достаточно как бы так жестко и определенно Путиным, да, и это не случайные всегда фразы, да, мы и в первом, кстати говоря, документальном фильме, который делался про аннексию Крыма, и в этом первом фильме Путин упомянул, что когда они решали вопрос про аннексию Крыма и решали вопрос про возможное противостояние, ими обсуждался пункт о том, что ядерное оружие может быть применено, если будут сделаны попытки как бы противостоять захвату России и Крыма. Да? И вот сейчас мы это уже услышали в фильме Соловьева как бы в более общем таком плане, да, что если Россию вынудят, Россия, да, будет использовать ядерное оружие. Поэтому, к сожалению, я думаю, что мы сейчас вступаем и уже вступили в достаточно опасный период, да, потому что именно сейчас, собственно, становится понятно, и вот это тот ответ на вопрос, который у меня не было, когда я писал книжку «Корпорация», зачем ФСБ захватывал власть. То есть вот я, собственно, считаю, что вот для этого ФСБ и захватывал власть, что на самом деле это реализация такой как бы вполне так серьезной, продуманной, давнишней программы. И если там до 2008 года, до 2004 года она была не очевидна, то начиная с 2014 года
она уже, как мне кажется, объявлена вполне как бы так откровенно и громогласно Путиным, который в целом откровенно говорит о своих планах. То есть вот в отличие от политиков, которые, допустим, скрывают свои планы, мне кажется, что Путин, наоборот, о них, в общем-то, всегда говорит достаточно открыто, потому что, с одной стороны, через это проводится такая проверка общественного мнения, а с другой стороны, такой блеф, он является вполне серьезным орудием, оружием в борьбе, и, может быть, даже более серьезным оружием, чем, собственно, военный метод захвата территории. Ну вот на этом... То есть блеф, и главным образом, да, военная угроза в той ситуации, когда другие страны хотят, наоборот, умиротворить, как это было и в 1938 году. Ну, понимаете... Конечно, параллель не абсолютная. Дело в том, что я при этом все-таки хочу, подчеркнуть, что в желании жить в мире ничего ведь неестественного и неправильного нет. Да? Поэтому понятно, что когда, допустим, российские войска входят в Крым или российские войска входят в Восточную Украину, а задача всех остальных правителей, да, и правительств в Европе, которые, в отличие от Путина, отвечают перед своими избирателями, потому что, собственно, это Путин только узурпировал избирательную систему и уже не зависит от избирателей в России. А все остальные, в общем-то, да, избранные правители демократических стран. И, конечно, их задача остановить войну, а не в день номер один начинать бороться с Россией. Вообще только в России считают, даже не в России, я неправильно говорю, да, в Кремле. Да? Хотя, может быть, по опросам общественного мнения и серьезный процент россиян так считают, что у Запада есть идея борьбы с Россией или уничтожения России или ослабления России. На самом деле у Запада, включая Соединенные Штаты, есть одна единственная идея и одна единственная мечта – сделать из России мирного, надежного партнера, с которым можно спокойно торговать. И это, собственно, то, как, в общем-то, и было все эти годы, начиная с 91 года. Но проблема в том, что каждый раз, когда уровень вот этих вот хороших экономических отношений доходит до того, что Россия начинает процветать, она использует эти деньги на военную кампанию. То есть вот если вы, это сейчас легко сделать, у всех есть интернет, у всех есть компьютеры, если вы просто посмотрите на корреляцию цен на нефть и агрессивных внешней политики, вы увидите, что в 2008 году, ровно перед вторжением в Грузию, нефть была на $120 за баррель. И то же самое прошло сейчас с Крымом и с вторжением в Восточную Украину. Причем, если после вторжения в Крым цены, после блестящей победы, должен подчеркнуть, в Крыму, а цены на нефть и курс рубля, кстати, тоже, даже выросли, то вот уже после вторжения в Восточную Украину и цены на нефть, и курс рубля начали катастрофически, собственно, падать. Ну и сейчас, как вы знаете, этот курс рубля где-то держится на 75-80. Да? Это, конечно же, результат российского вторжения в Украину. Но суть в том, что всякий раз, когда эти деньги появляются, да, у России, она использует их, конечно же, не на мирные реформы, не на мирное строительство, а на возрождение военного сектора и на военные действия. Это уже сейчас понятно. Вообще сейчас это закономерность, отношение, да, к России. Ну, это не дело в том, что я думаю, что Грузию все еще
поскольку в Кремле в этом смысле хорошие специалисты сидят, чтобы всех запутать, из Грузии, с Абхазии, с Южной Осетии, действительно, уже всех запутали, и никто не понимал, никто первый начал, никто кончил, да. И да, не наказали. Ну, и не, наказали. Ну, не наказывают, простили, как бы, да, не, вообще, как тогда бы, не Саша. Особо наказывают, да. Но Грузию там еще и на карте никто найти не может, а уж тем более Абхазию с Южной Осетией, да. Крым, с Украиной все-таки, ну, Крым тоже, да, после Крым готовы были отдать. И хочет воевать за каких-то, как говорил Чемберлен в свое время, за каких-то людей, которые поссорились в государстве, о котором мы ничего не знаем. Ну, вообще, почему мы должны рыть окопы и примерять противогаз? В 1939 году из-за Польши тоже вроде бы никто не хотел воевать. Да, война началась. И в этом, да, и, но всему приходит, понимаете, вот всему приходит терпение. Да, конец терпения приходит. Вот где? Совершенно верно. Вот это та проблема, я думаю, которую Путин как бы все время пытается решить, прощупать. Да, пытается решить, где предел вот этого вот терпения. А, но границы... Но проблема в том, да, и это мы тоже знаем из истории, что никто вот из таких вот агрессивных, да, политиков сам никогда не останавливается. Да? Ну, ни Наполеон сам не остановился, да, ни Гитлер сам не остановился, и Путин сам не остановится. И это, к сожалению, еще одно указание на то, что нас могут ждать очень большие неприятности в будущем. Можно задать вам следующий вопрос. Вот когда говорят о начале Второй мировой войны, конечно, про Польшу говорят, про 1939 год и так далее. Но сейчас все более и более, много ученых, во всяком случае, больше ученых, они предлагают считать началом Второй мировой войны именно Чехословакию. Все-таки Судетенланд там и так далее. Далее Чехословакия, разделение, захват, в котором поучаствовали, кстати, и Венгрия, и Польша, с большим удовольствием, как выяснилось. В наших параллелях, например, если мы считаем Крым и Донбасс, например, вот началом, да, Третьей мировой войны, ну так, условно говоря, может быть, все-таки подумать о чем-то таком, что произошло до того, именно о российско-грузинской войне, может быть, именно туда, так сказать, там такой пункт. Ну, вы знаете, есть же некий формальный момент, да, формальный момент, наверное, заключается в том, что война называется мировой именно потому, что туда вовлечено достаточно большое количество стран, да, в этом плане. Начинается всегда. При том, что Чехословакия, как мы теперь знаем, была, собственно, так, первым агрессивным шагом Гитлера, да, она не привела к войне, да, и может быть, если бы Англия с Францией не объявили бы войну Польше, из-за Германии, из-за Польши, да, то, соответственно, у нас бы не было оснований считать начало 1 сентября началом мировой войны, да, ну, формально говоря, 3 сентября, да, потому что 1 сентября немцы вошли в Польшу, а 3 сентября Англия с Францией объявила войну. Но вообще эти дни были же очень такие тоже интересные, да, потому что в августе, как, наверное, все помнят, в августе 1939 года был подписан советско-германский договор о ненападении с секретными протоколами о разделе Европы. И вообще-то, согласно, почему Гитлер считал, что Вторая мировая война не начнется? Потому что по договору и по соглашению между советским правительством и немецким правительством Сталин одновременно должен был войти в Польшу с востока. И Гитлер считал, что Англия с Францией, конечно же, не объявят войну одновременно и Советскому Союзу, и Германии. И Гитлер, да, не объявит. А именно и Сталин это тоже понимал. И именно для того, чтобы Англия с Францией успели объявить войну Германии, и чтобы война началась, он действительно подождал, как мы знаем, и советские войска вошли в Польшу только 17 сентября. И агрессором его никто за это не называл. И агрессором его... Нет, агрессором его называли, но, тем не менее, войну уже
не объявили Советскому Союзу, потому что Сталин поступил, опять же, примерно как Путин сейчас поступает. Да, он... Не сравнивая, конечно, масштабы дарования. Нет, 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 не сравнивая. Кстати говоря, об этом тоже можно поговорить, потому что это вопрос, который возникает, да, кто как бы... Кто виноват? Это Путин, это не Путин, да? Конечно, есть точка зрения, она вполне распространена, что, собственно, это вот Путин, и если там, сменить Путина, то, собственно, все проблемы будут решены. Я так не считаю, к сожалению, я должен сказать. Да? То есть я считаю, что, что проблема намного серьезнее, и в этом смысле, в отличие там, от Ленина, Сталина, Гитлера, Муссолини, других каких-то диктаторов, тиранов, да, которые сами себя сделали диктаторами, сами себя сделали тиранами, и в этом смысле с их уходом можно было изменить сразу систему в стране. Да. А с Путиным мы, в случае Путина мы имеем, имеем дело с совсем другой как бы, ситуацией. Да, с да, группой, что это у которой корпорация. Путин только фронтмен. Что, ну, корпорация, или сначала даже вот книгу, которую я в 2007 году писал, я назвал «Корпорацию», да, потому что я так привел некую аналогию с, там, с как Путин как председатель совета директоров. Сейчас, конечно, я думаю, что нам правильнее говорить не о корпорации, а о хунте, да, а о хунте, потому что хунта, ну, в классическом варианте, а хунта – это как бы люди, как правило, военные, да, которые управляют страной, не будучи избранными. И это, собственно, ровно то, с чем мы вот сейчас имеем дело в России, потому что во главе страны стоят исключительно высшие офицеры там, ФСБ, бывшего КГБ. Мы их все знаем. Да? Путин, Сергей Иванов, Виктор Иванов, Сечин – Патрушев, Бортников, ну, Шойгу как министр обороны, но он такой, как бы, скорее такой, не знаю, безголосый член этой хунты. Но никого из них, кроме Путина, Путин формально хотя бы избран президентом. И то, как мы, в общем-то, знаем, да, эта система избирательная давным-давно узурпирована, конституция, которая была как бы поменена под Путина, скорее всего, это, конечно, суд обычно решает такие вопросы в странах, в нормальных, скорее всего, была изменена с нарушением Конституции. А вот эта вот рокировка Путин-Медведев-Путин, всего, является нарушением Конституции. Да, то есть, как сговор, конечно. Да, то есть считать Путина избранным президентом в этом смысле, конечно, неправильно. Да, это не так. Поэтому группу людей, которые сегодня управляют Россией, правильнее всего называть хунтой. Да? И еще при том, что есть такое мнение, что решения принимают совсем другие люди. Что есть некая такая старшего возраста, старшие. Ну, я как бы слышал о такой теории, я ее не придерживаюсь, сразу говорю. Угу. Да. Можете как-то прокомментировать? Нет, ну только то, что, понимаете, есть такая, по-моему, это английская пословица, что если птица выглядит как утка и крякает как утка, то это, скорее всего, утка. И вот тут то же самое, да, что если мы видим, что это Путин, видим, что это Иванов, там один, Иванов другой, то скорее всего, это они и есть. Да? Что вот в такую какую-то хитрую систему. Да, в общем-то, у нас не было случаев в истории. Я их, по крайней мере, не знаю, да, когда формально стояли у власти одни люди, а на самом деле решали какие-то другие. Да? Да, мне... Вот об этом Юрий Кабаладзе, генерал. ГРУ бывший, да? Он время от времени что-то намекает на такие вещи в своих выступлениях. Нет, повторяю, много есть на эту тему, действительно, как бы мнений, и, в общем, разные люди делают на эту тему разные выводы. Я считаю, что, конечно же, собственно, Россию управляют именно те люди, которых мы видим. Путин, безусловно, из них первый среди равных, но при этом я считаю, что, к сожалению, да, даже если Путин завтра, я не знаю, там умрет, уйдет,
ну, он не уйдет, но все бывает. Или если будет просто рокировочка. Ничего, или очередная. Будет, да, ничего не изменится. Потому что мы имеем дело не с Путиным, который как бы захватил власть в своих личных интересах и лично как бы эксплуатирует или узурпирует все в стране, а мы имеем дело именно с ФСБ, с институтом, да, который пришел к власти. Более того, и вот тут уже снова я могу, как историк, немножечко посмотреть на эту проблему, да, отступая там, к 17-му году, когда была создана ВЧК. На самом деле уже там с 17-го года, да, когда Дзержинский возглавил ВЧК, реально началось противостояние между Компартией и там, ВЧК, ОГПУ, ГПУ, НКВД и так далее. И совершенно не случайно постоянно переименовывалась эта организация. Она переименовывалась каждый раз именно потому, что Компартия, с одной стороны, да, нуждалась в этом инструменте, потому что нужно было бороться с другой стороны, никогда нельзя было ему дать власть. А с другой стороны, да, как мы сами, собственно, знаем, да, время от времени эти самые спецслужбы, это самое там НКВД, ВЧК, собственно, начинало сами, чистки сами, да. И уничтожение советской номенклатуры, да. А с другой стороны, время от времени эта самая номенклатура, то есть партия, перехватывала инициативу и уничтожала, совершенно верно. И уничтожала вот каждый раз, когда были смены вот там Ягода, да, там, ну, из известных, да, Ягода, Ежов, Берия, на самом деле уничтожалась же вся верхушка НКВД. Да? Поэтому, если вы спросите там, у партийных чиновников, кто их больше всего убивал в годы советской власти, они скажут, что НКВД. А если вы спросите у НКВД, то они скажут, что партия. Да? Да. Поэтому вот это противостояние, оно реальное, да, оно реальное. И оно, вот сейчас оно уже, конечно, не продолжается. Значит, оно, собственно, да, поскольку у КГБ, у НКВД, у КГБ последний случай Берия, такой всем нам известный, да, вот попытка бывшего, да, или, вернее, не бывшего, а руководителя НКВД захватить власть, это, собственно, заговор Берии, случай Берия. А вот дальше первый случай, да, ну вот сейчас чуть-чуть, да, это уже следующий этап, а вот дальше первый человек, который реально наконец получил власть в государстве, будучи бывшим руководителем КГБ, был, конечно, Андропов. И если вы посмотрите, за что вот Андропову такой почет в сегодняшней России, да, то именно за это, потому что он стал первым руководителем КГБ, наконец-то ставшим главой государства. Что не удалось Берии. Что не удалось Берии, но что удалось, наконец-то, Путину. То есть вот второй такой человек – это Путин. Да? И с приходом в 2000 году Путина как президента, КГБ как бы решило свою историческую задачу. Оно не только захватило власть в государстве, но и, наконец-то, да, вот благодаря вот этому периоду 91-го года, там, августа 91-го года, там, 99-го, избавилось от какого-либо политического контроля. И эта ситуация совершенно беспрецедентная. На самом деле мы не знаем случая в истории, в мировой истории, когда секретная полиция, не знаю, тайная полиция, спецслужбы, когда спецслужбы получали власть в стране. То есть всегда была какая-то система сдержек и противоречий, да, подчинялись, по крайней единственный, мере, первый, гражданскому правительству. Первый, собственно, последний случай, это вот нынешняя Россия. Это еще одна причина, из-за которой я считаю, что, в общем-то, период, в который мы вступили, он очень опасный, потому что люди, которые работали в КГБ, отбирались в КГБ, ну, собственно, мы это все знаем, это вполне специальные это люди. Это специфические люди. Да, и их как бы отбирали, во-первых, не по принципу того, что они хорошие, а скорее по принципу, что они плохие, а главное, что их не учили. Их задачи никогда не было создание и строительство. Да? Их задача была разрушение, контроль, уничтожение. Да? То есть на самом же деле
Это такое учреждение, учреждение с негативным знаком, да, с отрицательным знаком, а не с положительным. А сегодня они оказались во главе. Да, и психологическая, так сказать, психологическая картина таких людей, она, конечно, ну, тоже очень специфическая. Правильно? Ну, мы, собственно, видим, мы, собственно, видим вот Путина, да, который относительно открыт, все остальные чуть-чуть как бы, да, в тени, да, потому что там Сергей Иванов не слишком часто говорит, Виктор Иванов и тем более, да, а Путин говорит много и часто, и поскольку он говорит много и часто, да, то все это проскакивает, и вот, допустим, язык, да, вот эти все выражения, которые уже стали совершенно там классическими, там, замочить в сортире, да, мочись в сортире, захлебнетесь пыль глотать, да. Вот в этом фильме «Миропорядок», кстати, тоже очень интересная фраза. Мнение, что ему пишут это. Нет, что сам он так не выражается. Нет, я думаю, что он сам именно так выражается, и, может быть, даже еще хуже. Вот. А в фильме «Миропорядок» тоже есть совершенно, я думаю, цитата, которая обязана войти в классическую, как бы в список классических. Он сказал, что меня еще Ленинградская улица научила, а если драка неизбежна, бить нужно первым. Это как бы применительно к вопросу о конфликте мировых ядерных держав, да, при этом говорится. В правильном контексте было сказано. Вот, так что это, в общем-то, такое вот дворовое объяснение теории о том, что ядерный удар нужно наносить превентивно. Превентивный, да, да, и на этом все закончится. Ну, да. Но, по-моему, слишком просто это как-то. Ну, а Гитлер сложным разве был у нас? По-моему, тоже очень простым, да? В общем-то... Ну, в общем, то же самое, шантаж. Ну, не сам шантаж, а реальные, как бы, шантаж, за которым дальше следовали реальные действия, да? Да-да-да, конечно. Проблема же с Гитлером оказалась еще, скажем, отвлекаясь от эмоций, проблема с Гитлером оказалась, собственно, в том, что с ним нельзя было ни о чем договориться, да, чтобы не было предела уступок, которые он готов был принять и... Там, и оставить жертву в покое. Да? То есть за каждый следующий шаг. И между нами говоря, у меня, конечно, ощущение, что в этом смысле Путин не сильно ему уступает. Он ему уступает, может быть, сейчас по, как сказать, по военным возможностям, да? Потому что Гитлер, тем не менее, в Европе создал вполне серьезную армию со временем. Да? По военным возможностям Гитлер, наверное, превосходил Европу. Но, как мы знаем, не превосходил, собственно, объединенную Европу. Потому что в конце пути, как мы знаем, Гитлер проиграл. Да? Это, собственно, доказательство того, что в конце пути он, как мы знаем, оказался слабее, а не сильнее. Но это, к сожалению, общая проблема с любым агрессором, да, он не останавливается. То есть умиротворить и попытки умиротворения не работают. Я бы считал, что как тот вот вывод, который я это формулировали. Как историк обязан сделать, да, что в том-то и дело, что если на начальном этапе, как с Крымом, например, да, всем показалось, что можно. Может быть, на этом остановиться. Договориться с Путиным, что это и есть конец, как бы, истории, да, а с агрессией. Оказалось, что это не так, и что договориться с Путиным нельзя. Было еще такое высказывание, не помню, кто-то из умников на эхе Москвы говорил о том, что, значит, вот эти события в Донбассе, они были придуманы специально для того, чтобы сместить внимание с Крыма на Донбасс. И вот уже вроде как по Донбассу договариваются, а про Крым все забыли. Ну, про Крым в каком-то смысле... Про Чехословакию все забыли, теперь про Польшу. Ну да, про Крым в каком-то смысле все забыли, но знаете, вообще дипломатическая память, она очень длинная. И мы знаем, например, по там, израильско-арабскому конфликту, да, что каждый раз, когда встает какой-либо дипломатический вопрос, да, обсуждаем мы с Израилем, все равно встает вопрос о территориях, которые Израиль в 1967 году
там, либо аннексировал, либо присоединил, да, либо оккупировал, либо освободил, там, как, конечно, в зависимости, конечно, да, от приходит, как сказать, от пристрастий политических тех, кто на эту тему говорит. Но, тем не менее, об этом никто не забывает. И то же самое с Крымом. Кстати говоря, относительно недавно, собственно, вполне формально было заявлено, что санкции не будут сняты, пока Крым не возвращен в Украину. Другое дело, что санкции, конечно, слабые, и можно на эту тему... И в основном это антисанкции, собственно. Ну да, и можно на эту тему, в общем, либо острить, либо говорить, что это недостаточно, но тем не менее... Ситуация грустная. Тем не менее, формально Европа и Америка не готовы признать и никогда не признают эти территории российскими, да? У нас остается довольно мало времени, а в зале вопросы. Да, давайте, конечно, мы перейдем к залу тогда, да? Хорошо? Да, ну, да. Я не знаю, вы будете, я буду. А как скажете? Господин Фольшинский, недавно было здесь выступление, чрезвычайно интересное, Александра Гольдфарба. Два коротких вопроса. Один, который я ему задал, он признал, несмотря на всю наивность, очень важным. Почему убили Литвиненко? Вы, господин Фульсинский, уникальный свидетель, как Гольдфарб. Второй вопрос насчет Мельниченко. Первое. Как он вам аргументировал то, что он сделал? Почему? Второе. Почему вы это взяли к рассмотрению? И третье. Ведь Кучма сказал, я заканчиваю, Кучма сказал, что его из-за Мельниченко, он писал об этом, Москва поставила в такое положение, что он согласился поставить на свое место агента Москвы. Он просто удивился, насколько это был последний человек, такой, как Янукович. Все, спасибо. Начнем с Литвиненко. Значит, с точки зрения Лубянки, с точки зрения ФСБ, как бы случай Литвиненко был абсолютно чистым, и он совершил с их точки зрения, как бы, достаточно большое количество преступлений, каждое из которых наказывалось смертной казнью. Да? Я помню, как в мае 1999 года, после того, как Литвиненко выпустили из тюрьмы, значит, я напоминаю очень быстро хронологию, в ноябре 1998 года Литвиненко выступил с пресс-конференции о том, что они получили приказ убить Березовского. Затем у него начались проблемы. Весной 99-го он был арестован, и где-то в мае 2000-го года он был выпущен. Да? Вот в мае 2000-го, я, кажется, сказал 99-го, я оговорился, значит, в мае 2000-го года я встречался с генералом Хохольковым, его непосредственным начальником, в наивной попытке, наивной с моей стороны, потому что это все, конечно, было довольно наивно, в наивной попытке договориться с Хохольковым, чтобы они Сашу оставили в покое, потому что они начали подготавливать новое дело, чтобы снова его посадить. С Хохольковым у меня был очень интересный разговор. Вообще это все было очень интересно и ново для меня. Хохольков, он такой очень крупный мужчина, боевой генерал, ФСБ вполне как бы известный и серьезный. Он был одним из организаторов, если не главным организатором всей операции по убийству Дудаева, президента Чечни. У него был небольшой ресторанчик свой на Кутузовском проспекте. Он закрыл, значит, этот ресторанчик в этот день, и мы там сидели вдвоем там, с 7 вечера до где-то часа ночи. Вот, соответственно, часов в 6 мы с ним разговаривали. Но на самом деле он мне быстро объяснил, что прощения Литвиненко нет, и что если он его где-нибудь встретит в подъезде, то он его убьет своими, придушит своими руками. И, повторяю, он очень крупный такой мужчина, он так показал вполне выразительно, как именно он его придушит. Значит, это 98-й год, да? Затем Литвиненко бежал из России, да? И с точки зрения ФСБ он, конечно, был
перебежчик, что тоже наказывается смертной казнью. Дальше вот мы с ним вместе издали книжку, что тоже, прямо скажем, ФСБ, наверное, не было воспринято положительно. Ну и, в общем-то, с первого до последнего дня в Лондоне Литвиненко не закрывал рта и обвинял Путина во всяческих преступлениях. Да? Это как бы ответ на вопрос такой короткий, почему его решили убить. Да? Поэтому там был как бы длинный список. Значит, теперь с Мельниченко. Мельниченко как бы позвонил мне сам, да, мне, в общем-то, такая мысль не могла даже прийти. Мельниченко позвонил мне сам, даже я, естественно, помню, там, у кого он в этот момент находился, когда он звонил, но я не буду на всякий случай говорить, вдруг это тайна, когда он находился в Нью-Йорке, сказал, что он со мной хочет встретиться. Мы встретились довольно быстро, он приехал в Бостон, мы встретились, и он, собственно, сказал, что в его распоряжении находятся пленки, и что он бы хотел, он, не, кстати говоря, не сказал, что он хотел бы их продать, да, и об этом речи не было. Почему он это сделал? Потому что на самом деле, значит, давайте чуть-чуть я отступлю. Значит, основная проблема моя с Мельниченко, это то, из-за чего мы в конце концов с ним как бы серьезно поссорились, заключалась в том, что Мельниченко никогда не говорил, что на самом деле было. Ни как что произошло, ни какие у него мотивы. То есть Мельниченко был исключительно темным и мутным человеком, основная задача которого была как бы ничего никому не рассказать. И, может быть, если бы это относилось бы ко всем, кроме меня, меня бы это вполне устраивало, но поскольку это распространялось еще и на меня, то у меня из-за этого возникли с Мельниченко проблемы. Мое понимание ситуации заключалось в том, что даже если Мельниченко изначально как бы сам решил записывать Кучму, во что я не очень верю, потому что более нерешительного человека, чем Мельниченко, я просто не встречал. Вот это был человек, который не в состоянии был принять никакого решения. Вот вообще идея, что нужно принять решение, она его просто вводила сразу в какую-то депрессию. Поэтому мне предположить, что Мельниченко самостоятельно решил записывать своего как бы начальника Кучму, психологически абсолютно невозможно. Но дальше мы знаем, и знаем мы это уже со слов самого Мельниченко, потому что когда Мельниченко с этими пленками уехал за границу и конкретно оказался в Чехословакии, он дал интервью руководителю, директору «Радио Свободы», который был украинцем по национальности, знал украинский. И Мельниченко дал ему интервью на тот случай, если с ним что-нибудь случится. Это было довольно длинное интервью на украинском языке. Естественно, поскольку я как бы в этом смысле, в общем, не знаю, как назвать. Короче говоря, я узнал о том, что это интервью существует, связался с этим человеком со «Свободой», и он любезно мне дал эти записи на украинском, которые я транскрибировал. И из этих записей стало ясно, что на очень раннем этапе, а может быть и в самом начале, Мельниченко связался с Марчуком, с украинским генералом Марчуком, Евгением Марчуком, и сказал ему о том, что он записывает Кучму, и, собственно, предложил ему, значит, как бы принять в этом участие. Значит, мое впечатление, что все было наоборот. Значит, дело в том, что генерал Марчук был на самом деле генерал Марчук, он генерал КГБ, но плохой генерал КГБ. То есть генерал Марчук был руководителем украинского КГБ в момент августовского переворота 1991 года и встал на сторону этих самых ГКЧПистов, да,
Потом он неоднократно конкурировал с Кучмой в борьбе за президентское кресло. Иными словами, генерал Марчук, собственно, дня номер один был ставленником Москвы в Киеве. Он занимал очень высокие посты. Вот вся его, вообще вся его карьера абсолютно блестящая, и до сих пор он вполне как бы уважаемый и, что называется, наверное, не бедный человек в Украине. А у меня ощущение, да, и вывод, к которому я пришел, что связка была обратная, что по инициативе генерала Марчука началось записывание в кабинете Кучмы. В надежде, не в надежде, а с пониманием того, что в результате будет собрано достаточно компромата, который позволит затем Москве либо шантажировать Кучму с тем, чтобы он ушел от власти и каким-то образом поставил у этой власти Марчука, либо просто чтобы сделать Кучму послушным инструментом политики Москвы. На этом фоне, как и, собственно, главный элемент, вот, главный кирпичик в этом блоке пленки Кучмы, это убийство Гангадзе, украинского журналиста Гангадзе. На этом фоне произошло, как вы знаете, убийство Гангадзе. И дальше, собственно, основной уголовный момент, связанный с этими пленками, заключался в том, что указание убить Гангадзе дал Кучма. Да? Мое мнение, что это не так, если честно. Значит, поскольку я занимался затем уже вот с подачей Мельниченко транскрибированием этих пленок, мое мнение, что Кучма не давал указания убить Гангадзе, но это отдельный разговор. Так вот, абсолютно понятно, собственно, да, почему, что произошло с Мельниченко и почему он, вот как вы спросили, почему, собственно, он со мной связался и я дал мне пленки. Потому что совершенно понятно, что Мельниченко сказали. Мельниченко сказал: слушай, дело простое, значит, запишем сейчас Кучму, а потом тебя как самого умного и продвинутого отправим с этими пленками за границу, ты сделаешь заявление о том, что есть эти пленки, Кучма уйдет в отставку, а ты вернешься, мы тебя на генеральскую должность поставим, все мероприятие займет 3 месяца. Вместо этого Мельниченко, в общем-то, отправили с этими пленками сюда и, в общем-то, его бросили на произвол судьбы. И он оказался, ну кто он, слушайте, он там майор охраны президента Кучмы, да, и вот его одного бросили в Нью-Йорке. Ну и что ему тут делать? Денег у него нет, что ему вообще делать, непонятно. Врагов у него кругом полно, да, потому что он для всех предатель, для людей. Кучма на месте остался президентом, да, как был, так и есть. С точки зрения украинской генпрокуратуры, он изменник, предатель, записывал своего президента, вывез эти пленки за границу. Да? То есть на самом деле Мельниченко, объективно говоря, оказался в очень сложном состоянии, и денег у него не было, и жить ему было не на что. И что с этими пленками делать, в общем-то, он не понимал. Да? Со мной он связался, естественно, потому что он уже знал про книжку «ФСБ взрывает Россию». А главное, абсолютно правильно, он знал, что у меня есть выход на Березовского. И, собственно, так и было. Значит, Мельниченко приехал ко мне, объяснил мне его проблему. Она заключалась в том, что у него есть пленки, но их нужно транскрибировать. Для этого ему нужны деньги. Деньги нужны были для этого, кстати говоря, большие. Березовский потратил на это потом очень большие деньги. И, собственно, я его спросил, хочет ли он и согласен ли он, чтобы я на эту тему поговорил с Березовским. Потому что, естественно, деньги я для него мог получить только у Березовского. Я позвонил Березовского, спросил его, интересует ли его этот сюжет. Он, в общем-то, не сразу, будем откровенны, потому что он спросил меня: слушай, Юра, а зачем мне это нужно? Вот ты мне можешь объяснить, зачем мне это нужно?
Ну, мне-то понятно, зачем это было нужно. Это было безумно интересно. Слушайте, 600 часов записей разговоров в кабинете президента Украины. Ну, в общем, я уговорил Березовскую, я им сказал, что, Борис, ну смотри, вот мы сейчас занимаемся взрывами домов, но наверняка же эта тема обсуждалась в кабинете президента Украины. Представляешь, если выяснится, что они там этот вопрос обсуждали, и что там что-нибудь интересное мы на эту тему услышим. Он говорит, ну, это хорошая идея, ладно, хорошо, давай. И, собственно, Борис выделил на это дело довольно... как бы существенные деньги и на само транскрибирование, и на зарплату Мельниченко. А мы, было договорено о том, что он получает зарплату в 10 тысяч долларов в месяц. Это, в общем, неплохая зарплата была, будем откровенны. Проблема оказалась в том, что Мельниченко сам не предполагал заниматься транскрибированием пленок. Иными словами, основная задача Мельниченко заключалась в том, чтобы никто, кроме него, к текстам этих пленок отношения не имел. Да? Вот он как бы считал, но я не знаю, почему он так считал, что ему будут давать деньги, и, собственно, на этом все и кончается. И будет считаться, что он занимается транскрибированием. А это оказалось большой работой, серьезной. Потом уже, когда этим стал заниматься я, был организован целый офис людей в Вашингтоне, который этим занимался. Этим занимались специалисты по прослушке из украинского СБУ, специализированные, знающие русский и украинский, потому что в основном эти пленки были на русско-украинском смешанном языке, Суржи, кажется, да, он называется. Вот, и качество они были ужасное. То есть я, опять же, по наивности предполагал, что сейчас я вот поставлю там магнитофончик, они были на дисках, не на магнитофонах. Вообще эти пленки, это на самом деле были CD, да? С информацией. В этом плане их можно было копировать в любом количестве за 5 минут времени. Я считал, что можно будет поставить этот CD и так слушать это самое за вечерним кофе или за утренним, что там они говорят. Оказалось, что это не так. Записи были жуткого качества, жуткого. То есть тексты поддавались разной трактовке. Иногда одну и ту же фразу можно было читать, в общем-то, абсолютно по-разному, причем с противоречивыми результатами. То есть это была серьезная работа, которой мы занимались много-много-много месяцев. А, кстати, в конце концов выяснилось, каким образом были сделаны записи эти? Нет, не выяснилось, потому что по версии Мельниченко это был диктофон, подложенный под диван, да, был даже куча так, интервью с такими названиями, что там диктофон под диваном президента Кучмы, но при этом среди пленок, среди записей, да, есть записи, сделанные не в кабинете президента, в том числе, да, где уж точно никакого дивана и стационарно подложенного микрофончика не было. То есть вот это, к сожалению, та проблема, которая возникла с Мельниченко. Он, в общем, он так и обманывал, и говорил неправду, и не отвечал на вопросы. Но главное, повторяю, главная его задача заключалась в том, чтобы... Прошел слух, что он транскрибирует пленки, а чтобы пленки при этом никто не транскрибировал. Да? И вот из-за этого у нас в результате с ним произошел конфликт. И, собственно, но поскольку пленки уже в этот момент были у меня, то, собственно, он потерял над ними контроль. Да? Окей, вопрос здесь. Вы знаете, он в основном, по-моему, в Киеве, в Украине, хотя совсем недавно, ну, относительно недавно, месяца два назад, может быть, три, вдруг раздается звонок, значит, там, Юра, перезвони мне, это Микола тебе звонит. Я говорю, ты где? Я в Нью-Йорке. Ну, перезвони мне, нужно с тобой переговорить. Я говорю, ну, хорошо. В общем, я ему позвонил. Он говорит, слушай, у меня к тебе, значит, следующий вопрос.
Вот сейчас последняя революция была на Майдане. Ты был там в это время? Я говорю, нет, никого не был. А мне сказали, что был, мне даже фотографии показывали, как ты там на Майдане, типа там, я не знаю, событиями руководишь. Я говорю, нет, Микол. Ну, я стал смеяться, я говорю, нет, Микол, меня не было, что чистая правда, меня не было в Украине вообще. Ну вот, и какие-то он, что-то он меня спросил, я говорю, Микол, ты же знаешь, какая у меня с тобой проблема? Ты же записываешь все наши разговоры. А это действительно так и было, как казалось. Он записывал там мои разговоры с ним, и потом там пытался как бы это выкинуть во время каких-то интервью в Киеве, как компрометирующую информацию. Я говорю, поэтому, Микол, понимаешь, ну, я не знаю, что мне с тобой делать. Я же знаю, что ты все разговоры записываешь. Он говорит, ну, тогда я, собственно, и не буду тебе не задавать никаких вопросов. Я говорю, ну не задавай. В общем, мы на этом и закончили. То есть не было никакого дела, значит, против него. И мало того, он остался выездным. Вы знаете, вот у всех этих людей, вот у людей, работающих в спецслужбе, у них есть какая-то такая вот особенность. У них все вот как с гуся значит, вода. Значит, задание было такое. Понимаете? Да, конечно. Борис Ломаскин, житель Бруклина. У меня один вопрос. Вы нам рассказали о Путине, о его ближайшем окружении. Что предпринимает мировое сообщество, чтобы обуздать этого человека, его хунту, так называемую? Чему нам готовиться? Дайте рекомендацию. Прямо скажем, не очень, конечно, короткий ответ на этот вопрос может быть. Понимаете, в чем дело? Мир устроен так, что до тех пор, пока этот конфликт не станет глобальным, все равно его никто не сможет воспринимать как глобальным. Поскольку Россия страна слабая экономически, то американцы как бы искренне не могут понять, почему Путин требует, чтобы его признали равным партнером. Понимаете, невозможно смотреть на Россию как на равного партнера, когда эта страна все, что производит, это нефть и газ, который есть в земле. Да? И вот это то, чего Путин никак не может понять. Ну, я уже не говорю о том, что не могут Путина признать равным партнером, потому что он действительно уже сейчас, как всем понятно, не демократически избранный президент, потому что, наверное, все-таки не только я понимаю, что реально у власти стоит ФСБ, что это структура, которая, в общем, с 17-го года убивала миллионы и миллионы людей. Ну, вот требования, понимаете, требования Путина принять невозможно. И по этой причине, конечно, ни Евросоюз, ни Россия, ни Америка его не признают равным партнером. А он как бы на этом настаивает, и, собственно, для него в этом основная проблема. Но при этом, вот еще раз, понимаете, для него концепция равного партнерства с Америкой заключается в том, что вот смотрите, если Америка посчитала, что необходимо войти в Ирак, и вошла в Ирак, и это все приняли, значит, мы можем войти в Украину, и все обязаны признать, что мы это можем и имеем право сделать. Да? Вот это то, как Путин смотрит со своей стороны на проблему американскую. Да? Вот почему американцам можно войти в Ирак, войти в Сирию, войти в Ливию, или бомбить Ливию, бомбить Сирию. И никто не говорит американцам, что они агрессоры и что они возрождают, не знаю, там, империю. Да? А мы вот входим в Крым и входим в Восточную Украину, и все говорят, что мы агрессоры, и вводят против нас санкции. Вот как бы в этом проблема. Да? В этом проблема Путина, если иметь в виду его взгляд на то, что он делает. Потому что, конечно, если вы спросите Путина, хороший он человек или плохой, или делает ли он то, что он делает, да, для России, это хорошо или плохо, конечно, он вам скажет, что хорошо, и скажет это вполне искренне, да, не то, что он вот хочет России зла, он добро просто так вот видит, да, что вот это и то, что он делает, это для России хорошо, да, потому что, ну, скажем так, у меня с Путиным философские расхождения. Да? Я считаю, что
все проблемы России из-за того, что Россия недораспалась, да, то есть что Россия удержала территории, которые на самом деле ей, в общем-то, не нужны и только ухудшают территорию. Да? Ну, там та же Чеченская республика, Ингушетия, Дагестан. И что распад империи, как мне кажется, да, это как бы естественный процесс. И опять же, я это вижу как историк по распаду империи, начиная там с 18 года. А Путин считает, что все проблемы России как раз и вызваны тем, что Россия перестала быть империей, там, либо Советским Союзом, либо империей. Да? Поэтому задача Путина, безусловно, возродить империю. Там, как он ее назовет, неважно. Да? Но я когда говорю, что они возрождают Советский Союз, пытаются возродить, я это не совсем случайно говорю, да? Потому что в сентябре 2014 года российское информационное агентство было переименовано в ТАСС. Да? И это, конечно, вроде бы мелочь, но я уже не говорю про советский гимн, да, про там, старенькую мелодию программы «Время». Да? То есть Путин символике вот этой он уделяет, и правильно уделяет, вполне большое внимание, потому что мы во многом во власти всей этой символики, да, и не случайно же там запрещают, там, не знаю, в Германии запрещают там, портреты Гитлера, запрещают свастику, запрещают фашистские знамена, да, потому что символика, она имеет над людьми определенную власть. И если вы видели, а наверняка все это видели, вот когда начиналось там сепаратистское движение, так называемое, за референдум в Восточной Украине, ведь эти люди выходили не под российскими знаменами, они выходили под советскими знаменами, да, вот советскими красными знаменами, с серпом и молотом, с портретами Ленина, с портретами Сталина, да, то есть на самом деле Восточная Украина, это тоже вообще интересный момент, она же не в современную Россию как бы пыталась вернуться через это, да? Она как бы пыталась вернуться в старый Советский Союз, которого уже, в общем-то, нет даже в России, просто об этом на востоке Украины никто не знал. И Путин через вот этот возврат Восточной Украины в старый Советский Союз тоже пытался, и частично это ему удалось, развернуть Россию как бы вот в сторону старого Советского Союза, да, и не случайно же вот все эти, там, наш Крым и 86% поддержки, в каком-то плане ему это удалось, да, может быть, не все 86%, но у всех есть друзья, родственники, и мы, в общем-то, знаем, да, что поддержка аннексии Крыма была вполне такой реальной, да, в России. Так что, как бы, символика – это важная вещь. Ничего нельзя сказать. Нет. В том-то и дело. Проблема не в том, что мир будет сдаваться Путину, постепенно сдаваться Путину. Проблема в том, что если на начальном этапе там, агрессии, ну, как и в случае 1938 года в Чехословакии, да, если на начальном, мы же сейчас знаем, что в 1938 году, когда Гитлер вошел в Чехословакию, чешская армия была сильнее немецкой, реально, по количеству, то есть, что Гитлер блефовал. Что у Гитлера в этот момент армии не было вообще, да, все как бы сдались, потому что поверили в этот блеф. В том-то и дело, да, почему я там с марта 2014 года вот, начал весь этот цикл своих там работ «Третья мировая», и, собственно, что я говорил с марта 2014 года, не то, что меня кто-то услышал, никто меня не услышал, но что я говорил, что если санкции, никто не предполагает, что нужно объявлять, я не знаю, России войну, да, но если эти санкции не будут жесткими, настолько жесткими, что это остановит Путина, то через какое-то время мы рискуем оказаться в состоянии войны. И вот это очень важный момент, да, потому что нельзя ожидать того, что там, Европа будет отдавать Путину кусочек за кусочком, страну за страной. И нельзя ожидать, что Америка будет отдавать Путину как бы позицию за позицией. Этого не произойдет. Просто а вот что произойдет, что в какой-то момент терпение кончится, и это приведет уже к большой войне. Вот,
Юрий, простите, пожалуйста, я хочу пробиться все-таки. Да, Давид Гай, журналист-писатель. У меня... Он не работает. А, нет, доработал. У меня два вопроса к вам. Вы упомянули, что до 2014 года контуры внешней политики Путина были размыты и не очень ясны. Но каково ваше мнение тогда о речи Путина 2007 года, в которой эти контуры были четко обозначены? Запад, видимо, посчитал, как мне кажется, что это, ну, риторика, не более того, а на самом деле это очень серьезная вещь. Потому что все, что он говорил в мюнхенской речи своей, подтвердилось спустя определенное количество лет после того, как произошла рокировка с Медведевым и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как ваше мнение относительно сравнительно новой теории убийства Немцова, что не силовики шепнули Кадырову на ухо, так сказать, что папа вроде что-то там не очень доволен Немцовым и так далее, и так далее. А это сделали не силовики, отнюдь, а сделал человек из самого ближайшего окружения Путина, бывший начальник его охраны личной, нынешний командующий внутренними войсками, генерал Золотов. И тем самым он очень подставил сильно Путина, потому что силовики тут же, ненавидя Кадырова и пытаясь, так сказать, сыграть на этом, они таки сыграли на этом. Отсюда моментально были известны имена исполнителей, но дальше им хода не дали. И Путину пришлось по ходу выносить какие-то коррективы. Правда, он никого из силовиков из верхнего эшелона не тронул. Здесь, сказать, вроде бы как-то ни при чем они. Но у него возникли определенные проблемы из-за Золотова. Именно эту фигуру называют человек, который мог нашептать Кадырову что-то подобное. Спасибо. Ну, да, сейчас я... Во-первых, первый вопрос. Я даже скорее имел в виду, знаете, не то, что у России, скажем так, не то, что у России не было внешней политики, и не то, что... Путин не обозначил эту политику, а то, что я ее не видел. Да, вот я ее как бы не видел. Да, это можешь считать моим проколом. А то, что, конечно, эта внешняя политика обозначилась раньше, сейчас это, наверное, тоже известно, потому что, в конце концов, подготовка к грузинской операции, она началась, в общем, тоже сильно заранее, как и к Крыму, кстати говоря, как к оккупации Крыма. А что касается... Второго вопроса. Ну, я как бы считаю, как историк, да, я вообще считаю, что история наука простая. И что на самом деле, как правило, мы, в общем-то, все знаем, и, как правило, все лежит на поверхности. Мы просто иногда запутаны, да, какими-то там ложными версиями, которые на нас сыпятся обычно там. Правительство этим занимается или пропагандистские машины. Но на самом деле всегда все просто. Значит, я считаю, что с убийством Немцова все абсолютно просто. А, поскольку мы исходим из того, что мы это знаем, да, я думаю, что мы это уже знаем, поскольку Немцова убивали чеченцы по национальности, то я вам сразу могу сказать, что ни один чеченец пальцем ничего в Москве не может как бы... подвинуть пальчик без ведома Кадырова. Это абсолютно исключено. Можно так выстраивать еще разные версии, но я думаю, что мы знаем, кто убивал Немцова, мы знаем, кто давал указания убить Немцова, а именно президент Кадыров. Единственное, чего мы не знаем, как всегда, да, мы этого не знаем. Дал ли Путин Кадырову указание убить Немцова, или Кадыров это сделал самостоятельно. Но... Нет, давайте я чуть-чуть как бы сложнее, разветвленнее отвечу на ваш вопрос. Вот понимаете, когда убили Литвиненко в 2006 году, собственно, довольно быстро, там уже на уровне 2007 года, стало понятно, что это луговой ковтун, стало понятно, что это ФСБ, да, потому что полоний нельзя было получить без ФСБ. И единственное, что было непонятно, действительно, принимал ли Патрушев это решение самостоятельно, или же это решение было принято там, совместно Патрушевым и Путиным, или по указанию Путина и прочее. Да?
Вот сейчас было решение там, английского суда, и, вернее, мнение высказано английского суда. Понимаете, дело не в том, что английский суд высказал мнение, что в убийство Литвиненко, там, вероятно, вовлечены Патрушев и Путин. Дело в том, что, вы понимаете, вот то, что мы знали про Путина в 2006 году и то, что мы знаем про Путина в 2016 году, это как бы две большие разницы. Потому что вот за эти 10 лет, с 2006 года по 2016 год, Путин, тем не менее, вошел сначала в Грузию, потом вошел в Крым, потом вошел в Восточную Украину. И как не смотреть с любой точки зрения, да, на эту проблему, в результате погибло много тысяч людей. Да, и с грузинской, и русской стороны, и особенно с украинской и российской стороны. Поэтому, наверное, нам правильно предположить, что человек, который не боится в 21 веке начать войну между двумя европейскими государствами, наверное, у него не будет особых проблем с тем, чтобы дать указание убить Литвиненко. И я думаю, что то же самое относится и к случаю с Немцовым. Тем более, что, как, наверное, вы помните, в одном списке награды получили и Кадыров, и, что еще тоже интересно, Луговой. Вот они шли, разные ордена им дали, но они шли в одном списке за подписью Путина. А, знаете, я могу теоретически предположить, что Путин не давал указания Кадырову убить Немцова. Но я вам точно тогда говорю, что Кадыров не получил бы на этом фоне, он награду бы не получил. Он, может быть, потом бы ее попозже получил, как-то, да? Но вот на этом фоне, ну, не получил бы он награду от Путина. Это совершенно исключенный вариант. Но, понимаете, более-менее все убийства, которые были, ну, я считал бы, что на все эти убийства у нас есть ответ. По крайней мере, скажем так, я готов дать ответ. Я не могу, я не судья, и я не следователь, но как бы как исследователь, да, я могу дать ответ. И абсолютно очевидно, что за убийством Политковской стоит Кадыров. Да, вот опять же, я не знаю, да, давал Путин указание Кадырову убить Политковскую или не давал, но совершенно исключен вариант, что там, что Политковскую убили без ведома Кадырова, да, и без приказа Кадырова. Это просто исключено, это невозможно, да, именно потому, что ее убивали чеченцы. Но я уже не говорю о том, что она была убита в день рождения Путина, и можно, конечно, считать это совпадением, но я не думаю, что это совпадение, да, и что это случайность. А мы более-менее знаем, я считал бы, что я знаю, там, кто убивал Листьева, там, кто и почему убивал Хлебникова и так далее. На самом деле это все относительно на поверхности. Я не думаю, что мы должны вот строить такие сложные теории заговора по поводу убийств, потому что, как мы с вами знаем, ни разу еще, ни за одно из этих убийств никто не был наказан. И люди, которые организуют убийство номер там, 154, прекрасно знают, что за первые 153 случая наказан никто не был. Именно потому, что это все делалось с санкцией там, либо государства, либо высокопоставленных там, сотрудников спецслужб, либо там, президентов республиканских или российских. Так что мне кажется, что выискивать какие-то сложные ответы на вопрос, кто убил Немцова, не нужно. Его, в общем-то, убили, но не, если не средь бела дня, потому что уже было темно и поздно, но прямо у Кремлевской стены сразу же стало понятно, кто его убил. Эти люди либо не найдены, либо даже если найдены, и даже если их как, в конце концов там, посадят, арестуют или убьют, ну, это все солдаты в некой битве. Ну, да, что самодеятельности быть не могло.
Безусловно, безусловно. То есть это просто вот абсолютно исключенный вариант. А вот то, что вы упомянули, там, провокации, спецслужб, ну, это, я имею в виду по отношению там, к Кадырову, чтобы скомпрометировать Кадырова, да еще и этот самый Золотарев, да, я не думаю. Золото, в смысле, я не думаю. У нас совсем-совсем закончилось время. Что это возможно. Почти 9 часов, библиотека закрывается. Я понимаю, да, я знаю это, да. У нас библиотека закрывается через 5 минут. А, да. Ну и так что мы должны... нам делать, да. У нас есть книги на английском языке на продажу и диски. Если кто-то интересуется, подходите, все по очень доступной цене. И они все подписаны уже, но если у вас нет, есть какие-то они подписаны, подписаны, да, правильно. Они, да. Но вы можете подойти и персональную, наверное, получить, если вы захотите. Так что, ну, Юрий Георгиевич, может быть, все-таки давайте резюме, да, 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 какое-то, если нас уже... Мы вас просят на выход постепенно. Ну, я не знаю, по-моему, у нас уже... Все. Обобщить. Обобщить. Кто-то спросил. Нет, я думаю, что уже все. Спасибо большое. Что делать? Что делать, да. Что делать? Резюме, я думаю, заключается в том, что главное, нужно понимать суть проблемы. Вот как бы на первом этапе. А тогда уже, дальше уже можно думать, что с этой проблемой делать. То есть, кто виноват, мы сегодня поняли. Кто виноват, да. Главное понять, кто виноват. Дальше. А потом уже будем решать, что делать. Можно, конечно, да. Книгу вы «Террариум» читали, помните, мы с вами говорили. Ой, да, ой, здравствуйте. Это да, продолжение, но немножко другое. Я не ручку ищу, я держите, ищу карточку. Память, чтобы дать вам. Обложка, она вышла в Америке и вышла... Да-да.